Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях котик по имени Ягуар 2.0 TDCi с двигателем Puma. Фордовский движок стоит здесь. И хотим маленький комментарий сделать. То есть, что здесь произошло? Здесь произошла ситуация несложная, в принципе, слава богу, человек отделался легким испугом. В первую форсунку мы отремонтировали, поменяли фильтр. Вот фильтр вот такой Hanks поставили. Рекомендуем ставить Delphi, либо Purflux, либо Hanks. Это то, что мы как бы проверяли, то, что мы изучали. Поставили оригинальный мультипликатор, само собой, настроили все, завели. И человек приехал вот с таким фильтром. Называется Murder. Murder даже есть на русском языке, стоит. На шести языках здесь написано. Что мы рекомендуем с твоим коллегой и вообще на СТО? То есть здесь профит ни в коем случае нельзя ставить. Ни в коем случае нельзя ставить VIX, потому что это фильтра, они ловят частички от 5 микрон. Они ставятся на 2.0 TDDI, то есть с форсунками Bosch, с топливной аппаратурой Bosch. Все фильтра, которые ставятся на TDCI-шные, с топливной аппаратурой Delphi, только от 2 микрон. Это у нас Delphi, это у нас Hanks, это у нас Purflux. Других вариантов мы не рекомендуем ставить, потому что вы будете иметь проблемы с топливной аппаратурой. Вот. Человек заправлялся на BRSM, и, в принципе, отделался легким испугом, как я сказал. Так что ставьте только оригинальный Delphi, либо Hanks, либо Purflux. То, что знаете, то, что рекомендуют специалисты, не ставьте ни в коем случае вот эти фильтра, которые здесь на экранчике есть. Все, ребят, всем благословений, всего хорошего. Любить свои автомобили, и они вас будут очень долго катать. Все. Всем пока-пока. За дозвел сняты твою активочку.